станице Северской, на пересечении улиц Энгельса и Пугачева, продолжается строительство центра единоборств, где ребята смогут заниматься самбо, вольной борьбой и другими боевыми искусствами. В здании площадью почти 1200 квадратных метров разместится большой зал для тренировок и соревнований, малый тренировочно-разминочный зал, раздевалки, душевые и другие помещения. Ход работ проверил глава района Андрей Дорошевский. Уже полностью смонтирован металлический каркас здания. Сейчас здесь проводится антикоррозийная и противопожарная обработка. Следующий этап – установка сэндвич-панели и заливка цокольной балки. Заливаем цокольную балку и начнем уже сэндвич-панели с полы. А вот здесь полы. Полы плита. Да, плита после цокольной балки у нас придет. Буквально сразу с входными группами. Работы идут в соответствии с графиком. Сдача в эксплуатацию запланирована на лето следующего года. Строительство центра единоборств в Северском районе стало возможным благодаря вступлению в краевую госпрограмму «Социально-экономическое развитие».